Лия, это самый дурацкий план. Я вообще не понимаю, зачем ты это делаешь. Послушай меня внимательно. Всем привет, с вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Сейчас нужно вести себя потише. Мы, как вы уже поняли из названия твоего видеоролика и по антуражу, выбрались на территорию заброшенной деревни, где вот в этом видеоролике мы обнаружили ликвидатора. Сегодня у меня отличный план. Я собираюсь поймать зомби. Поймать зомби? Да. Так я не понимаю, это же зомби, он же может заразить и укусить тебя, и ты станешь зомби. Видишь, елки? Они нагнуты. Здесь, вот там вот. И здесь можно видеть тропу. Я за времена наших жутких походов стал отличным следопытом. Я чувствую природу. Я ощущаю, что меня окружает. Видишь, это муравейник. Знал об этом? Конечно. Судя по тому, что здесь все загнуто, судя по тому, что здесь есть тропа и следы, то мы где-то на этой территории можем поймать зомби. А зачем это, спрашивается, мне нужно? Затем, что мы поймаем зомби, его свяжем и забросим на территорию дома миллионера. А там ты же знаешь, кто сейчас живет? Ага. Прыгун и ликвидатор. У них начнется схватка, конфликт, и, естественно, прыгун, наверное, заденет зомби. И у ликвидатора не останется никаких вариантов, кроме как сжечь зомби, сжечь прыгуна, ну и, как следствие, сжечь, наверное, дом миллионера. Понимаешь, какой у меня план, а? Это предложили подписчики в своих комментариях, так что вы тоже, по ходу дела, пишите ваши комментарии, ваши планы, и, соответственно... Мы их постараемся реализовать в наших видеороликах. Все комментарии я читаю, кому-то ставлю сердечки, кому-то я отвечаю лично. Ладно, шуметь нельзя. Вон, нашли. Ну, я уже знаю этот маршрут. Вон она, заброшенная деревня. В прошлый раз мы видели главаря. Этот ликвидатор говорил, что тот зеленый главарь, он неуловимый, и он охотится за ним уже очень давно. Ты сам подумай, ликвидатор одет в неудобный костюм, у него огнемет, его задача все сжигать. Мы хитрее, мы поймаем. Ты взял капкан, который я просил? А? Капкан взял? Нет. Я хотел приманить его и заманить в капкан. У меня был такой план. Ладно, хорошо. У меня в машине из Darknet есть еще парочка приманок. Может быть, мы просто откроем багажник, положим туда какую-то приманку, зомби залезет в багажник, мы захлопнем багажник и повезем его в дом миллионера. По-моему, отличный план. Как думаешь, а? Нормально вроде. Пойдет. Ну да. Собаки, волки? Смотри, там что-то было. А? Ты не слышал этот бренчащий звук? Нет? Оператор, ты ничего не слышал опять? Черт, возможно, это был зомби. Давай аккуратно проверим. Подожди, не очковывай. Мне реально страшно. Знаешь что? Возможно, так называемая погремушка. Помните фрагмент того видеоролика, где ликвидатор описывал всех зомби, которому им удалось увидеть здесь? И, возможно, сейчас бренчащий вот этот звук, это была именно погремушка, зомби-погремушка. Тише, оператор, тише. Я повторяюсь, то, что я опытный следопыт. И самое главное, когда на кого-нибудь охотишься, это не издавать никаких звуков. А в смысле никаких? Тихо! Ты как корова шумишь ногами. Ты можешь замолчать, оператор. Твои комментарии вообще не к месту. Надо быть тихим. По-моему, зомби забежал сюда. Почему? План. Да, оператор. Иди сюда. Ты готов?
Иди сюда, что ты там встал? Черт. Его здесь нет. Нету его здесь. Ногой ударился. Я же говорил, не шуми. Что нам теперь делать? Он же сюда пошел. Я видел точно, как сюда пошел зомби. Не знаю, я ничего не видел. Подписчики, напишите, если вы видели. Можете написать в комментариях тайм-коды, где именно вы его видели. А то оператор... Да не было там никого. Тихо. Сеть, был зомби. Тихо, 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 тихо. Слушай, а что если это он охотится на нас, а не мы на него? Где этот звон? Этот звон, это точно звон зомби. Зомби-погремушка. А какие у него сверхспособности? Да откуда я знаю? Я что, на ликвидатора похож? Конечно, я теперь могу понять ликвидатора. В таких условиях кукуха может поехать у кого угодно. А еще с учетом того, что ты не моешься и ходишь по заброшенной деревне в этом дебильном костюме. Ну, собственно, это ясно. Пойдем, оператор, надо искать. Идем, пойдем, оператор, я что-то нашел. Это еще один из тех домов заброшенной деревни. Может быть, зомби сюда убежал? Вот сами смотри. Испугался? У тебя же камера. Мне тоже страшно. Немножко. Пойдем, пойдем. Вдвоем-то одного зомби, ну сам подумай. Наше преимущество – это наши уши. Погремушка тем и славится, что он... Что он шумит. Ты слышишь это? Он где-то здесь бегает. Смотри, этот дом обрушился уже очень давно. Выглядит жутко. Он убегает. Он, видимо, заметил, что у нас двое. Давай, идем, это наш шанс. Тихо, он ушел сюда. Он ушел сюда. Я что-то его не вижу. Хотя, погоди. Возможно, он зашел в эту дверь. В этот дверной косяк, в ту комнату. Я его уложил. Было нелегко, но он лежит. Да? Да. Ну, точнее, он сам упал. Так, как ты такой сильный? А? Ты даже не по нему ведь ударил. Да я по дереву ударил, чтобы его напугать. А между прочим, это была часть плана. Здесь стояла палка. Вот она, собственно. Она ему по башке упала, и он отрубился. Я, правда, не знаю, жив он или нет. Как зомби может быть жив? Ну, типа, полужив, жив-мертв. Я не знаю. Но он же ходил, а сейчас не ходит. Вроде дышит, смотри. И чё, какой план? Тащи его в машину. Сам тащи. Черт, да? А вдруг он начнется? Давай его хотя бы свяжем как-нибудь. Ну, давай. Мог бы помочь, бестолковый оператор! Тихо, тихо, погремушка. Почему погремушка?
Он хоть понимает, что это выдало его? Если бы не эти штуки, мы бы его никогда в жизни не нашли. Да он ничего не понимает. Ты же зомби. Ладно. В багажник его? Нет, к тебе, рядышком. Пошел ты, давай в багажник открывай. Иди, открывай багажник. Ну все, пока он в отрубе, надо его подкинуть в дом миллионера. Сейчас самое главное, как можно быстрее туда добраться, потому что если он начнется в машине, я вообще не представляю, что делать. Ладно, в любом случае, если вы хотите увидеть этот видеоролик, пишите об этом в комментариях, когда вы хотите, чтобы поскорее мы закинули этого зомби в дом миллионера. И как лучше всего это сделать? Да. Может быть, стоит ли нам остаться там или расставить скрытые камеры? Напишите в комментариях, типа, расставил скрытые камеры, чтобы проследить за зомби, или так следить с помощью видеокамеры, не знаю. Пишите что угодно, главное, чтобы мы читали эти комментарии и понимали, что нам делать дальше. Блин, черт! Черт, он очнулся! Ротар, ты же знаешь, что ты на заднем сиденье едешь? Чёрт, а? Что нам делать-то теперь? А? Надо снова его вырубить. У него же руки связаны, правильно? Угу. Замри! Я сейчас тебя выпущу! Ты же человек! Сейчас тебя выпущу! Выпущу тебя, смотри, смотри, видишь, рука? Видишь, зомби? Жестоко, но это же зомби! Он представляет опасность! Фух. Ладно. В общем, надо ехать в дом миллионера по-любому. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить тот выпуск, когда мы отправимся в дом миллионера и закинем этого зомби. Ну и напишите в комментариях, как правильно это сделать. И как только под этим видеороликом соберется 15 тысяч лайков, этот видеоролик сразу же выйдет. Так что не стесняйтесь, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Мы их все читаем и обязательно, конечно же, вам будем отвечать. Ну а с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или Живи. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.